Давайте нашу розмову розпочнемо із такої новини. Україна відновить польоти з аеропортів Бориспіль чи Львів до кінця січня 2025 року. Про це заявив старший партнер компанії Merch McCallan Кріспін Елісон. І він каже, що думаю, якщо нам пощастить, то в січні ми матимемо 5 чи 6 авіакомпаній, які захочуть літати з України. Забезпечити механізми страхування для авіації буде простіше, якщо літаки літатимуть з аеропорту Львів. Але Зеленський наполягає на тому, щоб першим було відкрито міжнародний аеропорт Бориспіль. Роне Григоровичу, це просто про підготовчі дії, чи це вже про кінець війни і про відкриття тоді повітряного простору? Ну, до кінця війни далеко, треба чітко це розуміти. Нам ще года три воювати от в такому режимі, як зараз. З кращими умовами, в кращих умовах, за счет дальніх средств пораження, авіації, ракет, тобто будемо переходити в нормальную парадигму третьего тысячелетия, а не с прошлого тысячелетия воевать окопными войнами. Но меньше, чем три года, ну точно. Рашка еще будет разваливаться 7-8 лет, где-то так, 5-7-8, в зависимости от интенсивности внутренних противоречий и от интенсивности тех санкций, экономической блокады, которая будет на нее накладана. Но воевать года три. Потому с точки зрения открытия аэропортов, можно открывать аэропорт. То есть сейчас на данном этапе уже с увеличением плотности противовоздушной обороны, с увеличением авиационной компоненты у нас, мы получаем самолеты, и видно, что впереди еще будем получать. Но это надо начинать все-таки с запада, то есть закрывать, ну оптимально это закрыть километров 100-150 с помощью натовских средств ПВО закрыть небо. Этот вопрос сейчас проговаривается с поляками. Может быть, вот после понимания процесса замены руководства в Америке этот быстрее пойдет принятие этого решения. То сначала открывать надо порт Львовский все-таки. Вот, а дальше с запада начинать двигаться ближе к Днепру, и уже можно будет правобережье, по крайней мере, все порты запускать. Но этот процесс должен быть не политически обоснован, нет. Надо вот смотреть с точки зрения военных механизмов. Вот на данный момент, ну, не стоит в центре страны, там в 300 километров от линии фронта, на это 500-километровая зона, до которой могут доставать баллистические ракеты. До Борисполя россияне «Искандерами» достанут. Как бы ни был там Патриот, там хоть 500 Патриотов поставьте, одна-две ракеты из там сотни запущенных, а из сотни не одна, две сотни, 10-15 может зайти и выполнить боевую задачу. А потому ну, на Борисполь бы я, конечно, сейчас не рассчитывал. А Львов хоть завтра можно открывать. И эти до 500-километровой зоны, по большому счету, мы можем сейчас рассчитывать на все аэродромы, которые можем запускать. 500 километров – это дальность работы баллистики, то есть российской, ну, основной баллистики. Останутся еще кинжалы, но с кинжалами можно поработать уже непосредственно Патриотом. То есть здесь уже есть время на выполнение задач, или как минимум будет время на уход в убежище. Тобто навіть при запуску 7 шахедів, який ми спостерігаємо, навіть при цьому можуть працювати аеропорти, я вірно розумію, навіть у Львові? Конечно, можно, да. Но Бен-Гурион работает, причем с намного мощной системой давления. И рядом, там же недалеко, и с одной стороны Хезболла, с другой стороны Хамас, та и там и хуситы вместе с иранцами давили. Бен-Гурион работал, то есть механизм этот есть, там механизм обеспечения безопасности, выхода и ухода, выхода из зоны поражения, ухода, допустим, в убежище, это весь механизм может работать, когда есть время на подготовку. То есть, когда есть время до захода средств поражения. То есть, вот почему, допустим, в 500-километровой зоне от границы, от линии боевого соприкосновения нельзя аэродромы открывать. Потому что 500 километров «Искандер» идет, несколько минут и он зашел. Не успеваете просто уйти. А если есть у вас время, допустим, хотя бы минут 10-15, это уже можно организовать саму систему обеспечения безопасности для всех лиц и пассажиров, и в том числе обслуживающего персонала. То есть это в принципе, проблема небольшая.
Цієї ночі росіяни запустили по Україні 106 дронів, 74 збились наші сили протиповітряної оборони. Відомо, що 30 дронів летіло на столицю, понад 30, вірніше, було збито. І якби, ну, Київській міській військовій адміністрації говорять, що ці атаки були такими хвилями, і ми бачили багато відео в мережах, де дрони, ну, низько літають. Роман Григорович, можливо, ви також бачили ці відео атак над будинками. Скажіть, будь ласка, які особливості цієї атаки? І те, що так от низько дуже літають шахеди тепер на разі, це якось якісь зміни чи ні? Ну, это один из механизмов сейчас россияне нашли, захода по звездочке, у них появился механизм прохода на предельно малых высотах, провода. Идут в основном по нескольким маршрутам, уже разведанным, и в принципе это понятно, для чего они делают. То есть они определились, допустим, там по Киеву, Киевской области сейчас, в режиме таких террористических, геноцидных атак, направленных только на столицу, для того, чтобы были сговорчивее киевляне, когда будут пропихивать идею капитуляции Украины. То есть россияне что-то все подготавливают, это целый процесс воздействия на, и через информационный поток, и через средства поражения, воздействия на психику. В основном для них важно сейчас именно Киев и столичные жители, и киевляне, которые могут как-то влиять на принятие решения, в том числе или противодействовать, или склонять военно-политическое руководство. Вот россияне сейчас нашли эту точку, начинают на нее давить. И это будет продолжаться, это надо понимать. То есть остановить мы можем несколькими путями. То есть их надо включать все одномоментно по шахедам. Они будут использовать разные механизмы захода на предельно малых высотах, выхода там на высотах 5 километров. Количество большое, то есть до сотни, сейчас каждый день будут использовать по сотне шахедов, и часть из них, большая часть из них будут идти на Киев вот определенное время, пока не додавят, не продавят выгодное им решение под капитуляцию. Ну, этого, конечно, не случится, значит, нам надо противодействовать. Вариантов несколько, сразу все их надо включать. Первое – это уничтожение, пытаться уничтожить эти шахеды в местах их производства. Производят они, мы уже видим, до сотни шахедов в сутки. Это ж не просто так они по сотням заходят. Это уже Китай, скорее всего, запустил еще несколько линий по производству узлов агрегатов, а россияне их собирают, тоже, скорее всего, увеличили количество линий по сборке уже этих крупноузловой сборки шахедов, и сейчас будут работать где-то по сотне в ночь или там сутки, в зависимости от возможности. Уничтожать надо эти заводы. Если есть возможность, надо уничтожать и китайские заводы, надо добираться. Будана уже дача ставить там или службы внешней разведки, а делать надо что-то, то есть со старта. Второй вариант, это на подходе их попытаться уничтожить. Для этого надо все группы, которые сейчас у нас есть, мобильные группы и зенитно-ракетные комплексы армейского уровня, их надо располагать вдоль линии границы, линии боевого соприкосновения, для того, чтобы не дать возможности шахедам вообще перейти на нашу территорию. То есть уничтожать их на границе, а лучше, конечно, на сопредельной территории, то есть на российской или на оккупированной. По возможности, по крайней мере. Но для этого надо все группы, которые есть сейчас, мобильные и системы ЗРК малой дальности, их надо переподчинить военно-воздушным силам, воздушным силам, давайте пока так говорить, ПВО нашей, переподчинить полностью, забрать, допустим, у сухопутчиков, они сейчас себе подгребли часть групп, потому мы сейчас не видим той плотности мобильных групп, потому что надо забирать обратно в ВВС, разворачивать вдоль линии границы. Ну и основной механизм уже уничтожения шахедов – это те, которые прорвутся на территорию Украины. Основной механизм – это воздушная атака. То есть либо самолетами, но не истребителями, которые сейчас мы используем. Это слишком дорого, и истребителям очень сложно уничтожать шахеды. Мы же помним, погиб даже у нас летчик в Царстве Небесном, и потеряли мы F-16. То есть истребители, для истребителя это сложнейшая задача. Оптимальный вариант – это то, что мы уже второй год с вами предлагаем. Легкомоторные самолеты, их надо закупать в срочном порядке, закупать легкомоторные самолеты. Около бригады, то есть 40-50 самолетов должно быть, это уровня супертукана Embraer. То есть это штурмовики, два пулемета, два летчика, тихоходы там до 500 км в час,
скоростью этого самолета, может поднимать там несколько сотен килограмм боевой части, но главное пулемет. То есть, а раз так, то летать на этих легкомоторах могут, ну, как минимум несколько тысяч летчиков Украины. Можно до 70 лет летать, согласно ИКАО, даже до 70 лет можно летать старичкам типа меня даже. Ну, без проблем эти вопросы можно решать. Два летчика намного меньше претензий к здоровью. Тут с истребителем где проблема? Один человек в кабине, большие скорости, большие перегрузки, и здесь здоровью, конечно, подходят очень жестко врачи. А когда тихоходы легкомоторные с двумя летчиками в кабине, здесь, в принципе, любой дедушка моих лет и то будет летать. Поэтому вот с этой точки зрения надо подходить и, еще раз повторюсь, закупаться. Пусть не эмбраеры, то есть если бразильцы там не захотят продавать. А эти эмбраеры же Супер Тукана производят, те же американцы, они сейчас под грифом идут А-29, тот же эмбраер, только американские сборки. Американцы делают несколько хороших, примерно такого рода самолетов. Они дешевые, они там, ну, 10-15 миллионов долларов они стоят, если сравнить со 100 миллионами долларов истребителей. И часть полета, 500 долларов стоит час полета, допустим, это максимально, у того же Супер Тукана, этого штурмовика, а 5-7 тысяч долларов у истребителя. Ну, то есть разница, как минимум, на порядок 10 раз, потому оптимально именно с этой точки зрения подходить, потому что россияне их будут делать, и нам их надо будет уничтожать. Причем каждый день максимально. Плюс есть еще один механизм воздушной атаки. Это истребители-беспилотники. То есть беспилотники-истребители, которые сейчас уже развиваются, у нас довольно-таки, ну, я только знаю, больше десятка типов истребителей-беспилотников, которые могут работать и работают по залам, тем же суперкамам, по другим беспилотникам, разведчикам, в том числе и по шахету. То есть вот этот весь комплекс мероприятий, его надо сейчас запускать. Основной вариант, конечно, на базе военного. Володимир Зеленський вперше перебуває з початку війни в Угорщині. Він присутній на саміті європейської спільноти і вже зробив заяву, сказав про те, що нам потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах. І от вже трактують, якби його візит, що, мовляв, може Орбан передати таким чином, там, як під час зустрічі з ним, якесь послання від Трампа. Сьогодні спілкувалася із політологом Кирилом Сазоном, він сказав, що навіть для цього вже не потрібно ніякий так Орбан, тому що можна зателефонувати. І ми знаємо, що Зеленський говорив із Трампом і знову привітав його із перемогою. Ну, тобто, наша участь і ось цей візит, що він якби означає для нас, як ви вважаєте, чи дійсно Орбан може щось Володимиру Зеленському передати від Трампа? Ну, использовать Орбана в качестве передаста нет смысла никакого. Действительно, говорят, есть телефон и есть определенные закрытые линии связи, по которым можно общаться, если будет такая задача, потому Орбан в этом смысле, наверное, вряд ли нужен. А выходить на контакты на определенных площадках нам однозначно надо сейчас. То есть расширять наше участие на максимальном количестве площадок, тех международных площадок, там, где, ну, большая часть, как минимум большая часть наших партнеров или наших положительных с точки зрения действий друзей. То есть это надо делать, и я думаю, как раз с этой целью какие-то такого рода движения есть. У нас политики, дипломаты должны на такого рода мероприятиях, ну, там не одно ведро водки выпивать с дипломатами других стран, налаживая отношения. А тем более сейчас. Да, Трамп пришел к власти. Технически, вот, что бы должен он был делать сейчас по нашей, допустим, войне с Россией? Назначить какого-то ответственного, который должен был бы собрать там мнение всех сторон и попробовать более-менее предложить какой-то план решения вопросов. То есть вот это может быть, там, допустим, Помпео, если он будет назначен, вот был бы хороший, один из хороших для нас, по крайней мере, руководителей такой площадки. Помпео, он довольно-таки проукраинский, антироссийский, настроенный политик, трампист. Это может быть тот же Венц, он вроде как и много чего наговорил, но когда будет ему поставлена задача положить на стол рабочий план,
он будет создавать рабочую группу. Вот надо группу, в эту группу надо будет, допустим, отправлять нетоксичных людей. Но вот Маркарову нельзя отправлять в эту группу. Или там, допустим, каких-то канцелярских крыс, которые замешаны, там все замешаны в коррупцию. Потому что сейчас будет серьезное антикоррупционное расследование по всей этой байденовско-крысятнической деятельности нашей канцелярии. И этих людей близко подпускать нельзя, они только создадут для нас такие серьезные проблемы. Но у нас есть довольно-таки много дипломатов, которые, во-первых, в хороших отношениях с трампистами, вообще с республиканцами, даже дело не в трампистах как таковых, именно с республиканцами, в принципе, с ними могут работать и как раз участвовать в этой группе. Вот она будет буквально, ну, в ближайшие дни должна быть запущена, ну, может быть, с понедельника, там, следующей недели, она будет запущена, и наработка пойдет по плану противодействия России и по усилению нашей позиции. А по-другому никак. Но американцы не будут нашу позицию ослаблять, потому что прекрасно понимают, это ослабление и их позиции, в том числе уже при определенных геополитических раскладах, особенно в противодействии тому же Китаю. Надо просто правильно показывать и правильно в людей сначала поставить, а потом грамотно показать план, который мы видим для себя, как дальше воевать с Россией. Ну, вот примерно так. Я думаю, как только эти все процессы будут запущены, то будет понимание дорожной карты, как нам надо двигаться правильно. И здесь Трамп для этого, не Трамп, извините, Орбан для этого абсолютно не нужен. Здесь самое интересное, чем меньше будет этих передастов, тем лучше. Особенно уровня Орбана. Видання Wall Street Journal написало про те, що радники Трампа пропонують йому заморозити війну та відмову від вступу України в НАТО на 20 років. І також там згадано про Помпео, так, і про якого ви вже також згадали. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про Помпео, якщо він, наприклад, очолить Пентагон, чи можна говорити про те, що, ну, можна тоді повернутися до ідеї елементалізму для України? І, в принципі, як ви вважаєте, а як тоді Трамп обіцяв закінчити війну за 24 години, а як він тоді виконуватиме ось цю обіцянку? Ну, закончить войну за 24 часа, конечно, не получится. Получится только в одном случае, если, опять же, не сразу имеется в виду там за 24 часа, вот сейчас, в течение суток, а после того, как нам обратно вернут, допустим, ядерное оружие. Ну, а чего нет? Приняли в НАТО, на следующий день приняли в программу по ядерному обмену, есть такая, и положили там несколько сотен бомб Б-61-12 у нас где-нибудь в Киеве или под Киевом. И поверьте, война закончится за 24 часа. Это я как навскидку говорю. То есть такой механизм есть, но такой довольно-таки жесткий. Пойдет на него Трамп? Ну, вряд ли, конечно. Но смысл в том, что есть. А реально это будут вот такие действия, о которых я сказал. То есть со следующей недели, там, может, в конце этой недели, будет определенная группа с нашей стороны, с американской. Это будет Помпео, или это будет Венц, или будет еще кто-то. Это уже в зависимости от того, кому Трамп поручит такого рода задачу. И там надо нарабатывать вот все наши видения развития ситуации, наших противостояния с Россией, наши задачи, которые должны сейчас совпадать уже с задачами, ну, по крайней мере, пытаться совпадать с задачами, допустим, того же Трампа и вообще республиканцев как таковых. По поводу советников Трампа, да, у советников у Трампа очень много, и основная часть советников — это не пустоголовые, допустим, говорящие головы, а советники реальные, за которыми миллиарды долларов оборота, серьезные производства, а в основном это либо то есть либо это углеводородка, это та же нефть, тот же газ, либо это военная промышленность. Военная промышленность, там три серьезнейших гиганта практически военных, ну, которые точно не будут советовать Трампу там поражение Украины. Ну, не будут они этого советовать, потому что мы пользуемся их вооружением, и расписано, ну, поставки нам еще на несколько лет вперед, и уж точно производители оружия Трампу не будут советовать что-то против Украины. Поэтому сейчас мы будем много чего слышать, нам будет информационный поток практически забрасывать. В основном генерация будет из Москвы, конечно, этих всех моментов. У них же тоже хватает своих говорящих голов. Забрасывать информационный поток такими вбросами. А реально это надо просто подождать.
Со следующей недели запустится эта программа. Неделю-две она наработает предложение, а дальше уже будем слышать. Ну и надо четко понимать, действительно, кого Трамп, он тоже в ближайшее время обозначится с людьми, которые будут занимать, ну, после, в следующем году будут занимать определенные должности. Да, если Помпео будет занимать какой-то силовой блок, это возможно. Ну, Пентагон, не Пентагон, ну, допустим, советником по безопасности, то есть вместо того же Салливана, ну, то есть что-то связанное с безопасностью. И поверьте, вопросов уже вообще никаких не будет. Будет, естественно, вопросы к жуликам и к мошенникам. Ну, так эти вопросы должны быть, здесь ничего страшного нет. Единственное, что если наши политики начнут таких жуликов опять пропихивать в качестве ведущих менеджеров каких-то, ну, тогда мы вообще ничего не получим. Помпео, не Помпео, с жуликами не работать не будут. Трамп сам еще тот жулик, который прекрасно разбирается во всех этих жульнических, мошеннических схемах, он просто не даст этому запуститься даже состаться. Потому надо сейчас четко понимать политикам, кого в эти группы контактные туда отправлять. Забыть за всех этих старых этих пяти менеджеров, которые показали полную свою профнепригодность, угробили практически отношения все и экономику Украины. Их надо попросить, да не надо попросить, ставить в канцелярский батальон, мы уже говорили, и сразу сходу, вот сколько обучают там, сейчас уже полтора месяца, говорит Сырский, вот полтора месяца обучения, и в район Курахова, там их покажут, их профпригодность. А дальше искать людей, у нас их много, у нас есть толковые люди, которые политики, не политики, дипломаты, которые решат эти вопросы, главное, правильно задачи. Романе Григоровичу, а Байден наостанок, він щось може зробити за ці два місяці до інаугурації Трампа? Конечно. Кстати, от Байдена можно сейчас много чего ждать того, чего он не сделал бы, если бы, допустим, победила бы Камала Харрис. А сейчас, понимая, что он, ему надо, во-первых, карму почистить свою, чтобы не с пинка уходить, потому что плевать же в спину будут еще лет, ну сколько ему жить, столько и плевать будут. Ему надо карму почистить однозначно. И второе, надо все-таки, ему надо будет сейчас задел какой-то сделать на будущее, допустим, принятие решений, чтобы там демократы тоже были в этих решениях. То есть он может это, он может сейчас, начиная от того, что может пригласить нас в НАТО, ну, то есть собрать консилиум, так называемый натовский, просто пригласить в НАТО, поставить на эти рельсы отношения Украины, допустим, с американским истеблишментом, это раз, и в них же участвовать. И, естественно, подчистить те свои хвосты, которые не доплатили, не допоставили. Он тоже это может сделать прекрасно. То есть еще почти три месяца есть, когда он будет, пусть в режиме такой хромой утки, как они там называют, но тем не менее у них механизмы будут работать. И я думаю, Байден сейчас пойдет на это все, на то, что мы проговорили. Будемо сподіватися, Романе Григоровичу, давайте поговоримо ще про наші внутрішні проблеми. От наші військовослужбовці є відео у мережі, показали неякісну партію мін виробництва «Укроборонпрому». Кажуть, що отримали міни калібру 120 мм, які не розриваються. На 10 пострілів лише один розрив, і мінометник припускає, що причиною є неякісний тротил всередині мін. Іншою проблемою є неякісні вишивні до цих мін. Порох, що використовується у них, не згорає, і міна падає за 10-50 метрів від міномета. Крім того, велика кількість вишивних взагалі не спрацьовує, що призводить до необхідності розбирати міномет і діставати міну. І вони ставлять питання, хто за це відповідатиме. Будемо сподіватися так, що це якісь одиничні випадки, але тим не менше, якщо така проблема є, як так могло статися, і яка тоді оцінка має цьому бути дана? А от виймати міномет, треба приглашати поставщика і Умєрова. Вот вдвоем, Умеров и поставщик, ну, по крайней мере, производитель. И вот пусть вынимают эти мины. Посмотрим, как, до какой степени они посидеют. Самое страшное – это минус минометы вынимать. А вот то, что такие поставки идут, ну, это говорит о том, что контроля производства, то есть контроля производства нет. Не то, что там контроля качества, потому что качество вот как раз на поле боя уже. Этот контроль идет. А контроля производства нет. То, чего Умеров не смог делать, или, по крайней мере, его
ставленники в Министерстве обороны. Надо же контролировать же не только саму поставку, контролировать производство, причем эти механизмы есть, они работают, надо просто у производственников запрашивать эти механизмы, рассказать, чтобы они им рассказали, как это делается, когда на каждом этапе производства идет контроль всех участков самого производства и всех операций, которые выполняется. Там, кстати, немного операций. Минута, в принципе, небольшая проблема точить. По большому счету, любое мехпредприятие это может. Вопрос в порохах. Вот с порохами, конечно, проблема. А здесь уже специализированное предприятие, уж то точно на порохах можно контроль их делать. То есть провести, раз он не проводится, значит, здесь есть какая-то либо коррупционная составляющая, либо составляющая, связанная с полной профнепригодностью. Ну, не получится у ассенизатора или, допустим, проктолога заниматься Министерством обороны в качестве министра. Романе Григоровичу, традиційно три бліц-запитання для вас підготували, і вони стосуватимуться сьогодні також Трампа та його діяльності. Скажіть, будь ласка, чи Трамп ухвалить рішення про вихід США із НАТО, як ви вважаєте? Ні, однозначно. НАТО нужно США так же, как США нужно НАТО. Это в 50 на 50, потому точно такого даже в мыслях у него не будет. НАТО станет еще сильнее при Трампе. Объясню почему. Он добьется того, что все европейские государства, которые входят в НАТО, это вообще все государства, которые входят в НАТО, будут платить как минимум 2% ВВП на укрепление обороноспособности. Скажите, что это для нас плохо. Ну, то есть это как раз то, что нам надо. Некоторые страны там 0,2% до сих пор платят, ну, в натовскую структуру. После того, как мы войдем в НАТО, мы сами будем этого требовать от всех наших партнеров по НАТО для того, чтобы укреплять обороноспособность, и сами будем платить больше. Сейчас вот страны Балтии до 4% уже довели, так маленькие страны, 4% ВВП тратят на обороноспособность. На оборону в натовскую, в том числе, плюс и нам помогает. То есть этот процесс правильный и грамотный. Здесь в этом смысле как раз Трамп для нас намного перспективнее, положительнее в натовских определенных внутренних разборках. Тобто Европа не будет створювати свои военные силы, чи все ж таки будут после прихода Трампа? Ну, они будут все равно в общей структуре натовской. Европа однозначно будет свои силы создавать, они будут, допустим, по определенным внутринатовским законам двигаться, располагаться, и это надо делать, то есть это нужно делать, каждой стране должны быть вооруженные силы, которые выполняют задачу обороны самой страны, ну, естественно, оборонного блока, исходя из тех обязанностей, которые у них есть в межгосударственных договорах. Что такое? Это сейчас это 32 договора, у каждой страны 32 договора должно быть между странами, по 31, вернее, 32 страны между странами, которые эти договоры должны быть обеспечены финансированием, естественно, количеством личного состава, техники, то есть военной компонентой в каждой стране. Потому в этом смысле будет все создаваться до уровня 2%, по каждой из стран. А дальше это уже будут консолидированные вооруженные силы, которые будут управляться либо Пентагоном, либо той же штаб-квартирой натовской, которая расположена в Европе. Якщо раптом Трамп вирішить не давати Україні гроші, тоді Європа може взяти на себе цю функцію? Ну, она уже взяла. То есть Европа и так уже решает вопросы. Мы 50 миллиардов слышали выделенных. G7 нам еще выделило до 50 миллиардов. Это из российских уже будущих процентов по замороженным активам. То есть этот уже процесс уже есть. Американцы, то есть Трамп, неважно, то есть американский народ, американское государство нам будет дополнительно, допустим, что-то предлагать, свою помощь, или будем работать уже в зависимости от тех же договоров, которые будут заключены, будем работать либо по ленд-лизу. Вот для нас оптимальный вариант работы с Америкой – это ленд-лиз. Вот лучшего варианта просто нет. Если еще раз реанимировать вот ту угробленную Маркаровой тему ленд-лиза и Байденом, они там вдвоем, ну их кем-то из нашей канцелярии, троица такая святая тогда отработала, когда ленд-лиз угробили. Так вот, если еще раз запустить эту тему по ленд-лизу, это лучший вариант отношений с Соединенными Штатами.
вот лучшего просто сейчас на данный момент нет.